Продолжи фразу. Что упало у студента, то упало и пропало. Настроение. Что значит правило 5 секунд? Условно говоря, если что-то уронил, можно поднять в течение 5 секунд. И если успел, то не считается. С мячиком не работает. Если еда упала на пол, то ее можно подобрать в течение 5 секунд. Тогда она не считается пропащей. Вытягивали счастливые билеты. Один раз вытянул и сдал. Ну, если можно так сказать, я не вытягивал, но мне просто везло. Все своих 4 года считал, что вытягиваю счастливый билет. Назови 3 типичные фразы студентов. Ну, халява, приди. Правило 5 секунд. Забыл. Так как учился мало, я даже не знаю. Плохой преподаватель. Какие ты знаешь студенческие приметы? Ну, я знаю, что книжку надо под подушку положить. Книжку положить или тетрадку под, под подушку, тогда больше запомнишь. Применял с педагогикой. Получилось. Сколько времени заваривается ролл там? 5 минут? Скорее всего, 5 минут. 3 минуты. В зависимости от того, насколько голодный, можно и побыстрее. Что кричат студенты в полночь накануне экзамена? Халява, приди. Чтобы сдать экзамен. Я не знаю, потому что я сплю обычно в это время. Все испортил. Халява, приди. Смонтирую. Я не знаю, что это такое.